На четвертой очереди набережной собрались тысячи самарцев и гостей города. Впервые в Самаре так масштабно отмечают День Самарского Знамени. В этом году он связан с двумя важными для самарцев датами. Это 50-летие улицы Старый Загор и 140-летие российско-болгарской дружбы. Впервые на одной сцене в рамках одного праздника такое количество музыкантов. Сводный оркестр исполняет уникальные произведения, посвященные русско-турецкой войне. Среди них и старинные марши, и современные композиции. Также сегодня состоится премьера музыкального произведения, которое специально к сегодняшнему дню написал солист Центрального военного оркестра болгарской армии Владимир Иванов. Россия и Болгария – это братский народ. Нас объединяет одна вера, православное христианство, нас объединяет почти одинаковая культура, нас объединяет одни ценности. И это очень знаменательно, потому что болгаро-самарская дружба существовала, и мы должны традиции эти поддерживать, возрождать, и тем более вот в духе дружбы и патриотизма должны воспитываться наши дети. Это очень важно, это очень здорово, и нужно поддерживать и возрождать все эти наши дружеские отношения с нашими дружественными странами, тем более у нас есть и кинотеатр «Шипка», да, и улица, поэтому, конечно, это очень важно, и наши дети. Они привлечены, естественно, они полезли в интернет, они читают, они смотрят, конечно, это, так сказать, их подстегивает, чтобы как раз познавать и исторические наши вещи помнить и знать.